Ребят, если кто не понял, почему у меня сейчас... Короче, сейчас произошло, я вам не показал, кто выпал, но... Сейчас это... я Почему я вам не показал? Потому что мне кто-то позвонил, и вот. Поэтому я вам не показал. Да, мы это видели уже с вами. Блин, я хочу, чтобы я был в игре на самом-то деле. А вдруг ты там Дорс появился в бабу классе? Ну это я уже так не знаю. Ну да. Господи, боже мой. Этот день настал, меня все-таки добавили. Наконец-то. Проверьте настройки, я вам скажу в конце серии. Вот. Ну а теперь давайте отрывать классический ящик. Да. Я выбил себя из тастом ящика. Блин. Ну. О, шлёпа в тазике. Хорошие пельмени. Это очень вкусно. На самом деле, рецепт простой. Много мяса, мало теста. Эль папа. Эпички. Сильный, стройный, великолепный. Человек с большой буквы. В общем, это дворя отец. Отец. Да, отец — это большая буква. Просто великолепно. Трусы в виде свиньи. Да, трусы, да, в виде свиньи. Да, все хотят. Но у того они будут. О, это я уже не знаю. Сам попадется эти трусы, тому и будут. Да. Пневматический сварочный станок для плитки. Номер 314. Обычный. Что тут еще можно создать? Ведь это пневматический сварочный станок для плитки Мальвина номер 314. Супер. Владит. Владит. И не человек, а мужик. Жесткий, забивный пацанчик. А если сандлиство, то просто член любой тусовки. Ну и где персонаж, позвольте мне сказать? Так, у меня 4 персонажа осталось. Ну да. Да блин, где они? Да что ж такое? А, Рудольфи, я что? Ты кто? А, там было написано, я что? Клёво. Саха. У меня гемы и монеты бесконечные. Вот просто бесконечные. Что вам еще тут говорить? А бесконечно. О. Ворон. Турлыт. Турлыт. Супер. Ну, давай. Да
что такое? Да почему? О, Морген. Да, я бодатый. Ага, у меня денег так много, мое. Ага, Тароптон. Один персонаж остался. Я, походу, если я не ошибаюсь, остался легендарный. Да. Тут остался... О! Легендарный Блеон. Легендарный боец, которого жаждет весь детский сад и начальная школа номер 12. Круто. Так, с этим мы закончили. Теперь классический ящик 2. А, кстати, а что насчет вот бойца? Блин. Классический ящик, часть вторая. Номер 2. Ну, типа, часть вторая, да. А, кстати, знаете, что мы там забыли с вами открыть? Сейчас, минутку. Вот это. Да, это патрон. То-то лёд. Описание... ХЗ, сам придумаешь. А, жирный, толстый, точёный. Вот мое описание. Все. А бобус? Топ и драм. Почему бы и нет? Мышь-то сосиста. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Геометричный тур. ДДЗ. 7-9 класса. А я в 5 классе учусь, ребят. Да, я в 5. Стонс. Стонс. Угу. Только молоко. Мечтаю любой 3-й классницы. Согласен. Полностью с вами согласен. Полностью я с вами согласен. А может, я не согласен. Жидуль. 1000 - 7. 1000 - 7 будет 993. Да. 993. Ну или это такой мем. Или название канала. Портал в рай. Главный стан 10-летия. Шроки. Монохроматический. Самбади. Круто. Это у нас хроматический, типа. Ну хорошо. Но тут есть только 4 вида. Обычный, эпический, легендарный и хроматический в бабл-классе. Да. Знаете, я хочу того больше всего увидеть. Я хочу здесь увидеть Бена и доктора Липси. И, возможно, они здесь есть. Бен и доктор Липси. Антхэ. Египетская сила. Понятно. Вот последний персонаж остался сюда добить. Так. Так. Ну, о, юй, и мягкий знак. Ага, ну и вот здесь мы еще вот так делаем. Все, мы три яйца уже обследовали. Ящик анонимусов. Что там у нас? Классический анонимус. Самый обычный школьник.
опасный анонимус. Ты что сделал? Ты серому Тамеру прострелил? Спуй, он не овощ, не тактус. Овощ это ты. Прозрачный анонимус. Ты зачем прозрачную купил? Ой, я не знаю, зачем я прозрачную купил, и мне на нее совсем помнить. Мне главное играть в игры и снимать в YouTube. Да. Анонимус пакетом. В значит вынести мусор. Босс анонимусов, легендарен под Цой, но такой молодой. Поисковик тульских пряников. Система поиска тульских пряников активирована. Ту-т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 у. Да. Это Дота. О. Снюсует. Это не проданда. Осуждаю. Я тоже осуждаю. А два персонажа осталось. О. Валентина Анатольевна. В значит Валентина Анатольевна. Вообще-то В это означает вынести мусор, а не Анатольевна Анатольевна. Вы чего? С. Последний персонаж остался выбить. Вот анонимус. Повезло, повезло. Уже 4 ящика мы с вами выбили. И теперь ящик Дунгион Мастера. В смысле? Ребята, почему у меня ящик Дунгион Мастера не работает? Я не знаю, ладно. Слава Бебру. Слава. Что ты сделал? Не знаю. А, кстати, а там есть еще. Поясните, что получить. О, да я тут могу отосы любой мем. Давайте, например. Тарты что? Ну а что, мне нравится. Тарты. Почему у меня ящик Дунгион? Ребят, у меня Дунгион Мастера, а ящик не работает. Прикол. Прикол. Да уж что-то в этом прикол, не знаю. Да. Просто те скины. О, а них доты. Озон, 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 озон. Решил мужик отдохнуть на кубе. Ошибся и сел на конус. Ха-ха-ха-ха-ха, так смешно. Ой, я пропустил, ребят. Я пропускаю, у них доты. Один доростой тип купил посилу. Теперь это посила доростого типа. А мог сделать говорить так. Тогда одна дверь закрывается, другая открывается. Хороший был зет. А вот что бы плохо забирал? Ха-ха-ха-ха-ха. Ой. Да блин. Тут там что-то про туалет написано, бла-бла-бла.
Вчера спал в бетонушке. И так, бетон мешает. Скины. Ну, субстрим. Давайте мы всех тут купим. О, Холливуде. Я два раза всех мы тут купим. А, выбрите бойца. Вот этих, у меня этих трех персонажей сейчас нет. Плохо. Ладно. А махода, ну это понятно. Давайте мы, знаете, в чем? Давайте мы теперь с вами тубер ящик откроем. Да. Вот снег. Капуста. Капустин, господи. Я по очереди буду открывать. По очереди два раза, да. О! А где муста? Муст я не слышал. Ладно. Бесконечная ульта! Она бесконечная. Вечет, плей. Ой, случайно третий открыл. Ладно. О. Не буди. Мне это второе завтра. Робзи, это Робзи. Ну, клёво. Аурум. Нет, блин, ферум. Ценон, автор музычки, который играет на фоне. Вил Сатум, тот он мне понравился. Мемная папта. Мемный папта. Банан. Бан. Где Тоди? Страшно вырубай. Нурлан Таламчик. Опять-то только казах. Винни 31. Где 32? Пози. Пози Тифон. Другая муса за место пить. Фома и Поли, Лэнс в машине. Парни из группы от Аньбе. Читай наоборот. Ой, от Нямбе. Ебань-то. А, я понял. Ладно. Идут под песню. Я купил себе машину.
Это что, персонажи из аниме, что ли? Я не знаю. Ладно. Но смотрите, ребят, мы давайте продолжим с вами в следующей серии. Но сразу говорю, следующая серия будет не про Бабл Фаза, а про ту-нибудь другую игру. А теперь вам рассказываю. Тат меня добавили Бабл Фаз и Тат, это, про настройки. Заходим сюда, и вы видите, что тут у меня написано те персонажи, которые у меня выпили в ящике кастом. Дисней Тонал, Внуть Стриц, Оли Дисней Тонал. Вот. Лунтик Итс. Оля Изенина. 2023. Рад Осель. Мистер Дехард. Вопросительный знак. Лапит. Вадим. И Мло Миронов. То есть я, да. Кстати, ребят, хочу вам сказать, угадайте, из таких персонажей мне не выпал персонаж. Правильно. Ребят, из этих персонажей мне не выпал персонаж вопросительный знак. Я не знаю почему, но давайте попробуем его получить. И, кстати, эти персонажи, если что, добавил я, а не ютубер. Да, ребят, все эти персонажи, которые были в начале видео... О, вот он, вопросительный знак. Это именно, ребят, я добавил персонажей, да. Заходите в тастом ящик, вот сюда вы можете сюда ввести. Вот, если вы нажмете вот сюда, то вы можете увидеть типа ссылку. Да, здесь вы можете ввести вот такую ссылку, там, допустим, любую ссылку. И после этого нажмите на имя или там, может быть, не знаю, описание. Чтобы добавить персонажа Bubble Class, нужно первое, найдите желанную картинку. Второе, нажмите на нее и удерживайте, после нажмите стопировать. И вставьте то, что стопировали в поиск, в строту, и стопируйте все из нее. После вставляйте игру. Все, ребят. Так просто. Ну, на этом все, ребят. Всем удачи, всем пота-пота.